Меня зовут Оля. На самом деле опыт у меня небольшой, потому что я совсем недавно встретила учителя, поэтому это буквально несколько недель. Я просто сразу почувствовала, что хочу приехать на мини-ретрит. Я приехала на концерт Имрама в Пятигорск. Я на самом деле много лет мечтала встретить духовного учителя и очень благодарна всем учителям, которых встречала, потому что это был опыт очень ценный. Но такого, что я почувствовала, когда встретила Имрама, до этого не было. Я просто сердцем поняла, что тот самый человек, за которым хочется идти. И я просто счастлива, что я здесь, счастлива быть рядом с мастером, быть в этом поле, практиковать, погружаться вглубь. Вот, потому что понимаю, что можно сделать очень большой скачок в практике, именно рядом находясь здесь. На самом деле сложно описать, это как будто возвращение к самой себе, вспомнить, кто я есть, освободиться, почувствовать это внутреннее блаженство, спокойствие. Ожиданий каких-то на самом деле нет, если честно. Просто хочется наслаждаться каждым моментом. Строй вообще очень счастливый, очень радостный. Я очень рада, что я здесь.